прокуратурой Центрального района Твери утверждено обвинительное заключение и направлено в суд уголовное дело по обвинению 47-летнего мужчины в покушении на убийстве, то есть умышленном причинении смерти малолетнему. Об этой дикой истории мы рассказывали в патрульной службе. По версии следствия, в период с 14 по 15 сентября 47-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения в квартире одного из домов города Твери, не желая больше слышать плач внука своей сожительницы, взял малыша на руки, перенес на балкон и сбросил вниз с 4-го этажа. Младенец чудом выжил. С тяжелейшими травмами он доставлен в больницу. В результате слаженных действий следователей Следственного комитета и сотрудников регионального ОМВД подозреваемый задержан. Установлено, что ребенка воспитывала одна мать, которая привезла его к бабушке и уехала по своим делам. В рамках расследования уголовного дела следователями Следственного комитета Российской Федерации будут установлены причины и условия, которые способствовали совершению указанного преступления. Также изучаются условия проживания ребенка, состояла ли данная семья на учете в органах профилактики. С теперь уже обвиняемым мы встретились 17 сентября в Центральном районном суде города Твери. Он заявил, полностью признает вину и раскаивается. Говорит, был сильно пьян и не отдавал себе отчета в том, что делает. Плачущего младенца мужчина принял за надоедливую куклу. Вы подумали, что это игрушка или что? Что? Да, да. Что это игрушка? Умерещилось. И потом легли спать? Да, видимо, да. Ничего не помните? В момент совершения преступления бабушка месячного мальчика крепко спала. В тот вечер она пила вместе с сожителем. Мать ребенка принесла малыша к родственникам вечером в пятницу и, по нашим данным, ушла куда-то выпивать. Младенца спасло то, что он упал не на асфальт, а на землю. Крохотное тельце в 5 часов утра обнаружили соседи. Они и вызвали полицию. Бабушка мальчика проснулась, когда сотрудники правопорядка уже были в квартире. Матери младенца дома так и не было. 17 сентября в Центральном районном суде города Твери в отношении задержанного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Задержанному предъявлено обвинение в покушении на убийство малолетнего. И вот теперь уголовное дело направлено в суд.